Остин, это нокаут! Победа в первом раунде, но на сей раз удача отвернулась от Амирхана Исагаджиева. А Сергей Белостинный одерживает пятую победу в своей карьере. Ну что ж, поздравляем его. Да, много начали бороться. И единственное, говорю, что мне очень сейчас стало нравиться, мы разнообразили тренировочный процесс. Мы делаем большой объем работы, да? Но, как правило, он имеет направленность. Не просто пойду туда сегодня, а завтра пойду туда. Это планируется. За 3-2 месяца это планируется. Выстраивается все. И получается, да, ты делаешь эту работу, получается неплохо. То есть ты ощущаешь, что ты делаешь работу, ты пашешь. Это классно. Мне нравится. От боя к бою что-то мы меняем. Да, это хорошо, что нет единой такой, знаешь, системы. Ну, примерно все, конечно, свой алгоритм есть, но меняем. Мне интересно каждый раз. Каждый лагерь мне интересно, это главное.